Всем привет, ребят! С вами Катя. И как вы видите, на заднем плане растут большие пальмы. Есть даже очень большие. И растет маленькая зелено-зеленая трава. Как вы знаете, сейчас, ну, уже май, конечно, но в Одессе, а тем более в Белгороде, не могут быть такие большие пальмы. Ну, трава, может, там и будет красивая, но не настолько, мне кажется. Ну, в общем, мне кажется, что не во Львове, ну, и нигде там, ни в Ильичевске, ни в Дмитровске нет такой красоты. Короче говоря, я уехала в теплые страны, а если быть точнее, то улетела в Турцию. Я немного пропускаю школу, конечно, но это того стоит. Мне, в принципе, ну, немного нравится ходить в школу из-за друзей там. Ну, иногда все-таки там надо развиваться, что ли. Но сейчас я в Турции, завтра я уже улетаю, я прилетела на 10 дней сюда. Я нашла здесь себе очень много друзей уже. И, ну, не друзей, я не назову их друзьями. Ну, например, там актриса, она тут выступает и дает там шоу. И я вас немного попозже познакомлю со своим другом. Завтра у меня, кстати, вылет 8:30, уже вылет. А ехать в аэропорт где-то надо часа два, ну, полтора. Час и 40 минут, короче, Вот. Тут очень интересно. И сегодня я вам покажу, ну, немного мест в этом отеле. Соседний отель полностью белый, он неинтересный. И открывается он только летом. Так он называется Holiday's Hotel. Потому что он летний, ну, только на каникулы открывается. Поэтому его так продумали. Ну, вообще он весь белый, там только две горки, желтая, синяя. Не знаю, кого черт. Какого реально? Зачем они это сделали, я не понимаю. Город я не помню, сказать не могу. Но это чем прикольно. И море, мне кажется, здесь такое удобное. Прикольно. Там пирсы. Может, пойдем. И очень... Что мне нравится здесь, это то, что отель полностью цветной. Он такой яркий, цветной. Не считайте те окна, сейчас я вам немного скажу. Те синие окна не считаем. Вот. А все остальное считаем. У меня, кстати, такая есть шапка. Вот. Бывает. Короче, тут вот сидит... Море тут очень, кстати, прикольно. Мне нравится. Я, конечно, в нем купалась раза два, потому что вода очень холодная. Очень холодная. Да, вот. Тут вообще я не скучала. Тут у меня полно друзей. Но я не всех показываю, я вас познакомлю только двумя пацанами. Если я второго найду. Дальше там мои родители у нас есть друзей. Большие черепахи вылазят, говорят, вечером. Я не видела их, потому что ну, сейчас волны сильно, они говорят, когда море приходит гладенькое, тогда они вылазят. А моря гладенького не было. Ну, были такие более-менее, но они не вылазили. Они летом в июле, говорят, что вылазят. А Дима стоит. Он смотрит, как бы ему скорее залезть сюда. Ну ладно, они уже лезут, я сказала, подождите, они лезут. Ну ладно, сейчас они приедут. Я засралась. Всем привет. Ты кто? А, Саша. Ну, короче, это Саша. Я вас еще познакомлю с Димой, но он... Он просрался, короче. Где? Где он? А вы, Ваня? Пошел со своей сестричкой. Сейчас, где площадка? Там. Если ты... Не вижу площадку. Да она там, но... Когда камера не видит площадку, а ты видишь прекрасно все. Дима играется со сестрой своей. Ты сказала, как наркоманка немного. Да? Ну, а пошли, давай к Диме. С Димой. Слышь, Катя идет такая... Короче, это... вот это он в голубой рубашке. Это оно. Сожми ему голову. Yeah.
А это в белой рубашке еще наркоман. Не надо его знать. Ну, он немного наркоманится, так что с ним лучше. Ну, лучше с ним не общаться. Шака, кто там вообще пришел, а? С ним лучше не знакомиться. София, иди к нам во влог. София! Ой. А это София? А я скатываюсь в горочки. А вот и братик наркоман. Ну я скатываюсь в горочки. У него сегодня день рождения. У меня! Мне 9 лет. Хотите, я поймала вам. С этой горки нереально светиться. Даю. Очень классная горка. Ну весело. Лучше не бывает. Идем залезем по горке. Лучше не бывает. А можно производство металла? Да. Да ладно, это был ты. Ты снимаешь? А, ну еще. Ну, короче, что я хотела сказать? Ну, я...